при борьбе с болезнями на зерновых культурах, такими как септориоз, мучнистая роса, сетчатая пятнистость. Нам помогают такие препараты фирмы Сингента, как Альта Супер. И с 2008 года мы начали применять препарат Амикстар Экстра. Это позволило нам не только справиться с болезнями, но и принесло нам прибавку урожая до 10 центнеров с гектара. В производстве пивоваренного ячменя основной проблемой, с которой нам пришлось столкнуться, это овсюг. Поля были настолько заовсюжены, что просто было страшно смотреть. Здесь нам как никогда помог препарат фирмы Сингента Аксиал. Когда оставляли мы контрольные образцы на поле, то просто было смотреть одно удовольствие. При производстве озимой пшеницы основной задачей является получение качественного зерна, то есть зерна с высокой клейковиной. А у нас основной вредитель – это клоп-черепашка, поэтому мы используем препарат тоже фирмы Сингента. Это Эйфория. Замечательный препарат. Мы находимся с вами на поле советского МТС Курской области, советского района, где ведется сев пивоваренного ячменя сорт компании Сингента Квенч. Первая репродукция сеется элита для размножения и дальнейших посевов пивоваренного ячменя. Семена обрабатываются, протравливаются системным фунгицидом Дивиденд Стар и инсектицидом Крузер с добавлением микроэлементов. Норма высева 3,5 миллиона по элите, 4,5 миллиона по первой репродукции. В дальнейшем посевы будут защищаться от всходов до уборки. Опять же, продуктами компании Сингента, и мы считаем на сегодняшний день это оптимальный продукт для формирования качественного урожая. В этом году на весь объем элитных семян мы закупили протравитель Максим Экстрим. Протравливание мы уже закончили. Сейчас идет посев. На всю площадь зерновых у нас закуплены гербициды компании Сингента. В данном случае это Лагран, Лентур, Диален Супер. На рапс взяли Зелик Супер на всю площадь. Против злаковых это Аксиал. Регулятор роста Модус. Аксиал мы взяли потому, что в прошлом году были заложены опыты, и результат нам очень понравился. В этом году нам очень понравилась сервисная программа Сингенты по проверке качества протравливания семян, а также по настройке и калибровке опрыскивателей. Сотрудничество с компанией Сингента у нас с первых дней существования организации. Не случайно в структуре схемы защиты растений у нас порядка 80% это препараты компании Сингента. Вот, при условии регламента применения компании Сингента препаратов, препараты работают как швейцарские часы. Мы находимся на поле, значит, в Канышевском районе. Здесь посеяна озимая пшеница, предшественник яровой рапс. Полностью вся защита 100% по протравливанию семян – это препараты компании Сингента. Мы использовали здесь препараты для протравливания.